В Первомайском округе стартовали работы в рамках месячника по санитарной очистке. В первую очередь к лету здесь подготовили парк и стадион. В округе ликвидировано 6 несанкционированных свалок. В надлежащее состояние приведено более 20 километров улиц. Восстановлено освещение на улице Клубничной в хуторе «Веселая гора», на Центральной и Садовой улицах в селе Юровка. В субботниках уже поучаствовало почти 700 человек. В этом году они, по мнению специалистов, должны быть наиболее массовыми. Мы же предлагаем никому не оставаться в стороне. Ведь ваш дом не заканчивается только порогом квартиры. Сделаем наш город чище и светлее вместе.